Всем привет, с вами Рейвен, и сегодня мы продолжим проходить игру под названием «Сын Рима». В прошлой серии всю нашу семью перебили, кроме отца. И теперь мы ходим и всех мочим тут. Я должен позаботиться о своих людях. Ты должен найти платье в амфитеатре. Приведи его на форум. Мы защитим твоего отца. Иди. Ну, смотрите. Трупы, трупы, сплошные трупы. Нет, мне не сюда. Сразу бы научили меня бегать. А то я ползал. Лучники. Дайте мне тоже лук. Какой я меткий. Чего ты ждешь? Публика скучает. Вот, впервые не попал. А тут все сидят, пялятся. Чтобы включить режим ярости. Нифига я быстрый какой. Где бонус ярости? Нет, ты это видел, ты это видел. Как я твоих друзей замочил. Нужно больше ярости. Да, я ударю. Во, вот этого жердяя. Не сюда. Да открой ты дверь. Отец! Марик, они идут. Они охотятся на нас. Кто еще за кем охотится? Ой, не та кнопка. Ты что, не сдох, что ли? Умрите, ублюдки. Ублюдки. Давай попробуем.
Мне нужен прирост здоровья. Вот, все. Бежим. Мы здесь не пройдем, Марий. Вернись и опусти этот мост. Возьмем копье куда-нибудь кинуть. Мог бы со мной пойти. Куда мне кидать ты его, наверное? Так, сынок, продолжай. Форму, Мари, не останавливаться. А тут у людей все в порядке было. Ой, да я не успеваю. Жирный. Со мной. У нас мало времени. Время для чего? Отец! Здоровье еще больше. 84 тысячи у меня этих очков отваги. Ладно, ярость. Замедление сгорания ярости. Тут вот можно ячейку увеличить. Бонус к опыту еще. Еще бонус к опыту. Осталось 3000. Крутой боец, что ли? Да, я ударю. Комбо мне все сбил. За него почти 5500. Плохо-то.
Помогите, Лёд! Сдохли, что ли, все? Он умрет? Все хуже, чем я мог вообразить. Ты должен спасти Рим. Спасти от них. Ублюдки! Ублюдочные варвары! Я сделаю, как ты просишь, отец. Я спасу от них Рим. Пролью их кровь. Я командир батальона из 14-го легиона. Я сражался с твоим отцом. И если ты жаждешь крови, то я дам тебе ее столько, сколько выдержишь. Ты же из 2-го легиона? Да. Уже нет. Добро пожаловать в 14-й. Виталион проследил, чтобы я закончил подготовку и сдержал свое обещание. С 14-м легионом я пролью море крови. Остров Британия — мерзкое логово на краю империи, дом ублюдков, которые убили мою семью и начали восстание, охватившее весь Рим. После моего перевода в 14-й легион мы должны отправиться на эти острова. Я отомщу подавление тишины. Я должен цепь опустить. Так, а поторопимся.
наша башня с цепью. Наш флот будет уничтожен. Я понял. Только один мой друг остался. Второго замочили уже. Ну давай, бегемот, покажи, на что ты способен. А ты чего мне не помогаешь? Снесем эту башню. Так, что это? Новый свиток. Ну иди ко мне, куда ты уходишь? Беги, пока можно. Мертвы. Выдвигаемся. Со мной. Еще есть кого спасать. Не ожидал этого, Гриффин. Раздавлен собственной башней. Опять ты тут толстожопик. Я бы лучше ему брюхо вспорол. Ищите выживших. Эти ночные казни. Все, у меня все казни. Ну или нет?
разберусь. Стоп, мне здоровье надо. Не бейте пока. Да вы чё? Вообще что ли обалдели? Не ожидал этого, Рик. То, что я вкачал. Нормально. Раздавлен собственный бак. Блин, не та кнопка. Ярость на тебя еще. Просрал. Опять мне комбо все обломали. Ищите выход. Я разберусь. Ты заплатишь кровью, римляне. Че я один-то только дерусь? У нас это такая армия. Нет, не сюда. За мной, парни! К башне! Отступить! Назад! Вперед, солдаты! Мы почти у башни! Прикольно. Идем. Почти дошли. Солдаты,
Поднять противовес! Я поднимусь и отопру люки! Добери! Ну. Оба переключателя. Так ты что творишь-то? Сильный удар. Да беги. Ну и кто из нас теперь сильный? Бей, бей, бей! Нет, не то. Он пойдет последним. Кто-то сейчас погибнет. Я выпущу твои кишки. Но не я. Я-то думал, они просто пока стоят.
парни! Храбрец умирает один раз. А трус тысячи раз. Мы уже пролили кровь варваров. И их кровь такая же, как у нас. Готов? Ко мне! Вперед! Ладно, проходить дальше будем уже в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр и всем пока!